не знаю, очень сильно прет гидравлическим маслом, периодически прямо аж по мозгам дает, аж голова кружится. Может быть, какой-то сапун, типа там, который клапан давления сбрасывает какой-то там или что-то в этом роде. Никак не могу, лазю повсюду, никак не могу найти. Здесь тоже ничего так не пахнет, только когда в кабине сижу. Наверное, может, клапан выпускает. Дело все в том, что куска лобового стекла не хватает, и оттуда все. Если бы был полностью герметично закрыт, я, может быть, и не чувствовал бы этот запах. Здесь, наверное, кнопка массы надо будет открыть, посмотреть. Сейчас наверх залезу, посмотрим двигатель. Так, точно в этом лючке кнопка массы. Поняли, где на этом Volvo? Масса на... с дверцей. Вот. И здесь этот тоже открывается. Здесь вот как раз насос включения, зеленое включить, не надо держать, включил, он начинает работать, красное выключить, и шланг, ну и просто бардачок, и туда-сюда, и вот там вот аккумулятор, кстати, подальше. Ну вот, зверь вольвовский. Не знаю, будет видно, если кому интересно. Уже руки, блин, трясутся. Очень действует на нервы этот планировочный ковш. Регулировка не работает как хочет. Кстати, еще одна из гусениц быстрее едет. Едет медленнее, чем или быстрее, чем другая. Может быть, там тоже что-то с гидравликой связано. Такие вот, ребята, пироги. Вот это вот всего лишь за сегодня сделал. Очень медленно, очень медленно. Приезжали специалисты, сделали, чтобы ковш не болтался, как сопля. Поставили вот эту вот штуковину. Клапан этот. Перепутал, правда, шланги. Сейчас опять надо привыкать к кнопкам. Короче, у меня такое подозрение, что вещицу эту увели отсюда по дороге сюда, когда его везли. Или предыдущий тракторист, или кто там, те, кто на нем работал, те, кто его брал в аренду до меня, откуда его привезли. Потому что эти специалисты, которые здесь мне это все ставили, они так смотрели на меня, так хихикали. И, наверное, думали, что я эту вещь украл и потом начал придуриваться. Ладно. Вроде все работает. Дождь пошел. Топливный бак традиционно. С этой стороны. Справа от водилы.